宿月浓，萧瑟晨风，恍若海市阡陌片舟，静心听花落，无虑不谋，索取处可是我所求。以你去荒流，江山与江山不同，乾坤无念不堪生动，笔尖看苍穹，岁月比岁月浓重，что вам нужно? Я бесполезный человек. Я не могу больше угрожать Цу Янджи. Почему вы не можете меня отпустить? Потому что вы знаете то, чего не должны. Что ты имеешь в виду? Юэр, тетя. Тетя, пойдем. Давай. Скорее. Тетя, я не могу идти дальше. Ступай. Почему они гнали за тобой? Лучше тебе не знать. Или Цу Янджи. Янджи не причинит мне вреда. Присядь и отдохни. Юэр, скажу только одно. Я не хороший человек. Но Цу Янджи хуже меня. Ты знаешь, что я хотела сделать? Но известен ли тебе ее план? Чэн Си! Ян Сё? Тетя, что ты делаешь? У нее есть планы на тебя. Я не могу позволить ей пойти с тобой. Я знаю, что делать. Ван Джулин, не дай ей обмануть тебя. Я пойду с тобой. Но отпусти ее. Тетя, я бесполезный человек, живущий в позоре. Но ты другая. Ян Сю, пожалуйста, помилуй и отпусти ее. Тетя. Никто из вас не уйдет. Юэр, иди сейчас же. Жулин. Тетя! 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 Это... Тетя! Тетя! Ян Сё! Почему? Она прыгнула на мой клинок. Почему ты не отпустил меня? Я ушла, я тебе не угроза. Почему ты заставлял меня снова и снова? Я... Тетя! Тетя! Спаси ее сначала. Тетя, прими лекарство. Юэр, не верь ему. Он и Цу Янджи. Не говори.
Я поняла, сначала прими лекарство. Послушай меня. Юэр. Мне жаль. Я не ожидала, что Цуянжи убьет Лежун. Я бы не послала ее, если бы знала это. Я понимаю. Я написала на шелке. На всякий случай. Хорошо. Сначала прими лекарство, хорошо? Юэр, послушай. На самом деле, ты похожа на меня. Мы родились в знатных семьях и были избалованы. Однажды наши семьи были безжалостно убиты. Но ты отличаешься от меня. Мой план был коварным. Даже мой брат не помог мне. Ты другая. Ты добрая и прощающая. Как другая версия меня. Тетя, ты не ослеплена ненавистью. Тетя Юэр, береги себя. Будь осторожна. У Цуянжи есть план. Она даже спровоцировала моего брата. Он помог ей взойти на трон. Поэтому он предал меня. Не стоит доверять ей. Никогда. Тетя? 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 Мне жаль, тетя. Тетя. Нет. Она мертва? Да. Чэн Си. Я впечатлен. Подумай только, она пожертвовала своей жизнью, чтобы оттолкнуть сестер. Я восхищен. Поскольку она так старалась, мне тоже нужно кое-что сделать. Янджи, подожди. Я покажу тебе, как уничтожу душу человека. Тетя, ты не раскрыла мою настоящую личность. Ты отправила меня к Его Величеству нарочно. И сделала много плохого. Ты лгала. Мне. Но прямо сейчас все, о чем я думаю, это твоя доброта. Если моя смерть сможет принести покой в этот мир, да будет так. Замолчи. Разве я приложила усилия, спасая и воспитывая тебя, чтобы дать тебе умереть? Ты взрослая и теперь рассуждаешь зрело. Ты растила меня 8 лет. Тетя, спасибо за все. Call me 浮沉，山高水远，都不能平白苍。
Когда вы написали указ об убавлении зарплаты тайной армии? Три дня назад. Почему? Что если бы Цу Цзылян увидел это? Это именно то, чего я хочу. Многие в армии будут недовольны, когда объявят об этом. Только так у нас появится шанс. Что вы имеете в виду? За последние три года большая часть зарплаты была присвоена евнухами. Цу Цзылян тоже не смог доказать свою невиновность. Он подавил бунт силой, что привело к испугу и разочарованию среди основной массы солдат. Прошло слишком много времени, пора устранить бунт. Как? Они придут за мной. Я верну их поддержку и укреплю свою власть только в этом случае. Как ты и сказала, я сыграю в шахматы с Цу Цзыляном честно и справедливо. Мы хотим получить свою зарплату! Как вы могли забрать нашу зарплату? Верните нашу зарплату! Как вы могли сократить нашу зарплату? Верните наши деньги! Прошу прощения, вы знаете, что здесь происходит? Премьер-министр хочет урезать зарплату, солдаты расстроены, поэтому протестуют. Теперь солдаты похожи на господ. Они осмеливаются противостоять его величеству. Мы хотим получить свою зарплату! Мы хотим получить свою зарплату! Хан Дин, что это за уловка? Нет, мне нужно вернуться во дворец. Ваше Величество, вот то, о чем вы просили. Шу, проверь это. Да. Мне жаль. Хуэджи, лови. Зачем? Зачем тебе кот? Для моей бабушки. Не шевелись. Не двигайся. Скажи господину, Чэн Джиюй вернулась. Есть. Становится интереснее. Боишься котов? Внешний вид человека может измениться. Так же, как характер и голос. Но врожденная личность никогда не изменится. Ты будешь чесаться, если увидишь кота, а при прикосновении будет сыпь, верно? Ван Жуцин. Давай, я помогу тебе. Ваше Величество. Жолин, почему ты вернулась? Тебе нельзя здесь, все? Разве он не нашел тебя?
Тетя мертва. Йенси убил ее. Я не просила его это делать. Жуёй, должно быть, это недоразумение. Тогда скажи мне, что это за недоразумение? Независимо от того, что это, я могу объяснить. Здесь говорить небезопасно. Пойдем куда-нибудь еще. Как вы и ожидали, глава. Она пришла сюда. Маленький озорник. Тебя так сложно поймать. Я изнурен. Когда мы вернемся... Нет. Я должна была предвидеть это. Ты всегда называла Хан Юэ дядей. Но все же сдала его Цун Цзыляну. Ты сказала, что поможешь мне его величеству, но ты просто хочешь быть императрицей. Сегодня я убью тебя ради тети. Жуй. Ваше Величество, вы помогаете ей? Стража. Нет. Мятежник. Стражи столицы! Стражи столицы! Здесь мятежник! Стражи столицы! Стражи столицы! Хватит. Эта девушка ворвалась сюда, чтобы убить госпожу Шу. Это тяжкое преступление. Отпустите Шу. Убийца все еще здесь. Мы должны защитить госпожу Шу и ваше величество. Взять ее. Как ты смеешь? Как ты смеешь? Спасите императора! Спасите императора! Спасите императора! Спасите императора! Спасите императора! Отведите главу к лекарю. Идем. Ваше Величество. Просто уходите. Да. Скорее. Юэр, не указывай мечом снова на Янджи. Потому что она... Кто она? Кто она? Ван Жуцин. Твоя сестра. Ваше Величество, вы все еще не доверяете мне, верно?
Ер. Ты человек, которому я доверяю больше всего. Тебе нужно спокойно подумать о Янджи. Я скажу тебе правду, когда выясню это. Но ты не можешь здесь оставаться. Тебе нужно уйти сейчас. Хуэйджи. Хуэйджи, Ваше Величество. Уведите Юэр. Да. Верь мне. В этом причина. Ты хочешь, чтобы сестры ранили друг друга. Хотя Цзюцзилян сделал этот ход. Ты тот, кто его сподвигнул. Дядя. Дядя. Почему ты это сделал? Какого черта ты задумал? Когда это закончится? Цзюцзилян закончил практику уединения сейчас или никогда? Закончил. Поэтому нужно быть осторожнее. Иди. Хороший ход, господин. Ван Жуцин в отчаянии. Это только начало. Я послал людей за этим экипажем. Мы знаем, что Ван Жулин сделала это. Что дальше? Продолжим битву разрушения душ, пока она не умрет. А если глава не выдержит и скажет ей, что они сестры? Не забудь. Янджи притворилась Ван Жуцин, когда планировала убить Хан Юэ. Нельзя часто лгать, это точно. Или никто не поверит, когда вы скажете правду. Верно. Подойди. Взгляни. Посмотри, какие у меня пухлые голуби. Кстати, как дела с Ли Дэюнем? Вскоре он узнает, каковы последствия быть вашим врагом. Я ценю это. Я не пожалею, что умру за вас, господин. Отец! Цзюцзилян подставил тебя, сказав, что ты присвоил жалование армии. Он сказал, ты подстрекал его величество. Сейчас сотни солдат бунтуют перед башней Феникс. Если это перерастет в бунт, станет большой проблемой. Я беспокоюсь за тебя. Почему бы тебе не остаться дома? Куча документов. Если я не пойду туда, многие дела будут отложены. Кроме того, у Его Величества есть план. Отец. Нинар, если со мной что-то случится, вернись в Линан и никогда не возвращайся. Отец. Ты победишь. Добро победит зло. Успокойся.
отец! Мы упустили ее. Я продолжу искать. Вернись и скажи главе. Хорошо. Говори, чем занимается ваша глава? Отвечай. Она мне сказала, но... Я слышал, Цоуши говорил о завещательном указе. Нам больше ничего не известно. Убирайся. Можешь идти. Цю Цзилин узнал твою истинную личность. Я тоже узнал. Получается, только Жулин, твоя сестра, все еще в неведении. Видимо, Цю Цзилин хочет, чтобы вы двое ранили друг друга. Чем позднее скажешь ей, тем больше будет страдать Жулин. Когда узнает. Он хочет увидеть крах Жулин. Я не позволю ему сделать это. Кроме того, она не поверит. Даже если я скажу ей. Твоя сестра намного спокойнее и мудрее, чем ты считала. Откуда ты знаешь, что она не поверит? Я не хочу, чтобы она знала, скольких я убила, мои руки в крови и отнятых жизнях. Это все моя вина. Тогда пообещай мне одну вещь. Что пообещать? Не говори ей правду. Даже если она убьет меня. Это моя последняя надежда. Я надеюсь, она всегда сможет гордиться своей семьей. Все люди семьи. Ван в Ханане. Верные. Среди нет таких преступников, как я. Я обещаю. Хочешь спросить меня о Янджи? Я узнаю все сама.
Вы протестовали в башне Феникса по приказу Его Величества? Я ничего не могу сказать тебе. Как премьер-министр господин Ли Дэ-Юнь успокаивает людей в башне Феникса? Это все из-за господина Ли Дэ-Юня. Су Цзэлян собирается убить его. Поэтому Его Величество хочет устранить Су Цзэляна. Чэн Жуюй, ты становишься все больше похожа на Его Величество. Но... Но что? Но когда появится господин Ли, люди Цю Цзэляна что-нибудь предпримут. К тому времени, если мы допустим ошибку, на карту будет поставлена жизнь господина Ли. У меня есть план, как защитить его. Хан Дин, передай Его Величеству, я, Чэн Жуюй, всегда буду его мечницей. Можешь идти. Да. Мазь чудо-лекаря. Она помогает. Спасибо. Жулин по-прежнему добра. Ваше Величество, Чэн Жуюй узнала о плане протеста у башни Феникса. Она сказала, у нее есть план, как убедиться, что все сработает. Я впечатлен. Она также передала вам, что Чэн Жуюй всегда останется вашей мечницей. Объединимся с ней. Придерживайся изначального плана и приведи солдат к башне Феникса. Есть. Ваше Величество, все золотые шахматы дивизиона, кроме Цуо Джу, заперты в темнице, включая принца Гуана. Пешки в порядке? Они следуют приказам, а не людям. Это означает, Цю Цзэлян теперь имеет власть. Да. Что ты думаешь? Это большой кризис, а также большие возможности. Значит, ты тоже об этом подумал. Командиры среднего звена тайной армии и дивизиона не на месте. Цю Цзэлян обладает властью, но он не может контролировать это. Он пришлет новых генералов. Шахматный жетон. Цю Цзэлян не забрал его? Мой был конфискован. Значит, этот? Я украла его у Цуо Джи. Отлично. С этим жетоном золотые шахматы можно заменить нашими людьми. Я не могу сделать это в одиночку. Мне нужна помощь.
Юэр. Теперь ты руководитель бюро. Юньян, я уничтожу партию евнухов. Ты мне поможешь? Я Ван Жулин, внучка Ван Яна. Моя семья погибла во время мятежа утренней росы. Я не знала раньше этой ненависти и впустую потратила много лет. Теперь все по-другому. Я очищу имя своего дедушки. Ты нужна мне, как и все в бюро. Этот меч. Я Ван Жулин, мечница пурпурного бюро. Ты поможешь мне? Имеешь в виду, сначала мы спасем принца Гуана. Юньян, я помогу тебе. Давай уничтожим дьявола, находящегося рядом с его величеством. Цу Цзилян собирается назначить новые золотые шахматы. Я знаю, это шанс. Но Цу Цзилян примет строгие меры против того, кто спасет принца Гуана. Нам стоит осторожнее спланировать это. Похоже, рецепт чудо-лекаря действует. Ваше Величество быстро поправляется. Но у нас заканчиваются травы. Не знаю, когда в следующий раз. Ваше Величество, почему бы не пойти и не попросить у князя Чу? Значит, чудо-лекарь сможет снова прийти осмотреть? Нет. Я смогу продержаться. Хуэджи, Ваше Величество, можете идти. Да. Ступай. Хочешь что-то сказать?
Я хотела. Я поняла, когда увидела тебя. Что-то не так с лекарством. Я знаю. Интенсивная медицина может показаться эффективной, но она уничтожает тебя. Но у меня нет другого выбора. Остальные жаждут престола из-за власти. Циянь, зачем ты стал императором? Ради наследия семьи Ци. Ваше Величество, Ваше Высочество, герцог Чу прислал приглашение. Пожалуйста, переоденьтесь. Он сказал, бывшая глава не может пропустить назначение новых пешек. И Ваше Величество может прогуляться. Пожалуйста, поспешите. Юн-Ян? Это нехорошо. Юн-Ян? Приветствую, Ваше Величество. Извините, не могу отдать честь, потому что плохо себя чувствую. Чай. Чай. Отвратительный. Раз здесь госпожа Шу, почему бы ей не заварить чай для господина?
就